Короче, все ясно, Вань. Мы выиграли. А замена в составе московского «Спартака». А вместо Лукаса Фернандо, номер 11, в игру вступил Андрей Ещенко, номер 38. Мы выиграем 3-0. 3-0. Жалко, что я не показал. Не ставьте лайки, я буду показывать голы. Thank you.
Отлично, защита вообще действует. Шикарно. Опа. Отлично. Удай пас, удай! Давай, давай, давай! Блин. Плоховато. Я не слышал. Предупреждение получил Денис Глушаков. Писаревским передаю привет. Каким Писаревским? Двум Сергеем и Андреем. Братанам Писаревским и дядьке Сергею, да? Из города Таганрог. Сейчас пробьет, если да, будет фол. А разве он будет бить? Ну конечно, а кто? Чемпионов просто вырыгали. Разнесли. Правда, не забил. Выпустили Павла Могилевца. Не очень сильное усиление. Терентьев. Ой, нет, 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 нет.
хорошо.